Друзья, всем привет, с вами магазин Модерн. Ну что, мы продолжаем ковыряться в мире автосвета. И сегодня у нас две яркие новинки от компании Azum. Новинки, в общем, 2022 года. Это новые светодиодные линзы под названием А15 и новые светодиодные линзы под названием А17. Начнем с А15. А15 линзы пришли нам на смену популярной, хорошо зарекомендовавшей всей модели 2021 года под названием А13. Примерно идея близкая. Но А13 пришли на смену популярных линз под названием А3 Max, чтобы вы понимали, о чем речь. А15 уже выглядит вот таким вот образом. Вот единственная разница такая основная с А13 в том, что у них идет вот этот хвостик несъемный. То есть А13 были у нас универсальные, как и для рефлекторной оптики, так и для линзованной оптики. Вот эти же линзы идут в основном чисто для рефлекторной оптики, у которых есть отражатели и нету линз хвостовые. Выглядят они вот таким вот образом. Плюс этих линз, что они являются компактными по посадочной глубине. Они очень похожи корпусом на идею линз от третьих, только те идут без хвостовые. Также, друзья, большой плюс, что они установятся большое количество фар, данные линзы. У них приличная мощность на ближнем свете, друзья, у них по показаниям мощность идет 61 Вт, а дальний 70 Вт. Очень серьезно. И эта линза специально разработана для, как и А13, и как А3 Max, для автомобилей, как мы называем, повыше. Это идут паркетники, джипы, автобусы, грузовики с хорошей нижней дополнительной, так называемой, дугой света. Если брать, друзья, линзы под названием А17, они являются помощнее. Вот эти линзы считаются уже ближе к так называемым линзам лазерным. Данные линзы у нас идут для установки в линзованную оптику, выглядит вот таким вот образом. Они принципиально отличаются вообще от всех линз, в принципе, которые мы видели от компании Azum. Сзади, видите, стоит вот такой вот компактный у него охлаждение, кулер. По глубине они, друзья, стандартные. Ближний свет у них идет номинал, скажем так, 71 ватт. Нет, вру, 63 ватта, а дальний у них идет, друзья, 73 ватта. То, что довольно-таки прилично и делает их одни из самых мощных. Если говорить, идея у них работы такая же, как и у А15, то есть рассчитана для автомобилей повыше. Ну, также, конечно же, что те линзы можно на самом деле поставить и в легковые. Сейчас мы включим и посмотрим разницу этих линз. Ну вот, друзья, сейчас мы подключим к питанию 12 вольт, как светят линзы А15, и покажем в сравнении с обычными линзами, например, модель топовая А4+, которая у нас рассчитана для пузотерок, то есть для легковых автомобилей. В чем разница будет с линзами, которые идут для автомобилей повыше, которые А15. Подключаем. Давайте вначале посмотрим модель линз под названием А15. Вот здесь у нас типа стенд, такой световой, чтобы показать, что как кто светит. Вот видите, вот особенность линз А15, что мы потом включим еще А17, это вот дополнительная нижняя полусфера, которая как раз таки будет хорошо захватывать свет перед капотом, если у вас автомобиль повыше. Оттуда и идет вот специальная направленность этих линз. Также отличная светогрань у них, довольно четкая, и отлично светит. То есть ближний свет у них интересен, чем у предыдущих, допустим, моделей идет А3, А5 и прочее. Также отлично реализован, друзья, дальний свет. Стоит на это дело отдельный чип. Вот включим дальний. Видите, загорается дополнительный пучок света, который придает отличную яркость и отличную дальность. Вот именно рассчитанный чип второй на дальний свет. Вот такая вот идея. Еще раз выключим ближний, включим дальний. Светит очень достойно. Светит, кстати, ближе, если говорить в кельвинах, как к ксенону все привыкли, 5000 кельвинов, то есть ближе к белому свету. Ну и вот сравнение давайте покажем с А4, как хотели. Вот А4 линзы. Вот в отличие, допустим, от линз, например, А15, А17, А3 Max, А13, в том, что у них довольно идет хорошая сама по себе ширина света и, соответственно, четкость и яркость. А4 вот по свету плюс считается одни из лучших. Но вот именно для пузотерок или низких автомобилей. Вы еще внимание можете обратить, что у нее вот идет нижняя вот эта грань, она идет ровная, без полусферы. И поэтому они рассчитаны для легковых автомобилей.
Вот еще раз возьмем А15, видите, нижняя полусфера. А4. Нет этой нижней полусферы. Вот они идеальны для легковых, а вот А15 идеальны для автомобилей повыше. По качеству света, если на друг друга наложим, светят приблизительно одинаково, но А4 плюс чуть мощнее. Но они вот самые топовые считаются для в свой бюджет для автомобилей пузатерок и, соответственно, для тех автомобилей, у которых идет линзованная оптика. Давайте теперь подключим еще А17 с А15. Посмотрим с ними с друг другом разницу. Теперь давайте сравним, как светят у нас линзы А15 с А17. Все-таки речь идет изначально вообще об этих двух моделях. Вот еще раз берем А15, вот они А17. Обратите внимание, то есть у А17, вот сейчас я их взял, у них такая же нижняя полусфера, то есть также они рассчитаны для автомобилей повыше. И вот наложу модель под названием А15. Типа считается, что А17 чуть помощнее, чем А15. Ну, конечно, на таком стенде это тяжело будет, наверное, видно. Это, скорее всего, только уже на практике, на самом автомобиле. Но идея света, вот именно, качество граней и то, что они рассчитаны для автомобилей повыше, точно такая же, как у А15. Основное отличие только в том, что они рассчитаны именно для линзованной оптики. То есть, еще раз, линзы, которые идут А15 для автомобилей повыше, у которых идет оптика рефлекторная без линз, где обычные лампочки. А вот линза А17 для автомобилей повыше, у которых идет линзованная оптика для замены вот именно родной линзованной оптики. А так идея близкая вообще к модели А13, к А3 Max, ну и соответственно А15. Вот, попытались маленько разобраться с новинками от компании Azum. А, ну и забыли еще дальний свет, давайте включим еще здесь тоже посмотрим. Вот дальний пучок света у нас включается, давайте наложим. А нет, вот дальний маленько пучок света у них отличается. Отличается он в том, что вот посмотрите, что вот круг идет полный у А17 сверху, а вот у моделей, которые идут А15, такой маленький верхний вот эта полусфера, круг он срезанный. И вот он более ярким пятном в центре светит, а вот модель, которая А17, он не то, что я менее яркий, он маленько другого светооттенка идет, более направленный к белому, нежели у А15 более направленный к желтому. Вот я трясу, это желтый, это А15, а вот А17 трясу. Обратите внимание, все-таки вот разница вот есть у них в дальнем свете. И вот степень рассеивания дальнего света у А17, вот даже вот на таком вот стендике, нам даже кажется получше. Вот она еще, друзья, маленькая разница все же есть. Вот именно на дальнем свете. А так примерно такой же чип, кстати, стоит, который отвечает за дальний свет. Вот такая идея новых моделей светодиодных линз от компании Azum. Две крутые новинки. А15 и А17 для автомобилей повыше. Модель А15 для автомобилей повыше, у кого стоит рефлекторная оптика, где лампочка обычная. А вот эти модели А17 для линзованной штатной оптики, для замены. И, кстати, с более интересным именно дальним светом.